Всем привет, с вами Саламандр. Сегодня мы продолжаем играть в Game Dev Tycoon. Уже скоро конец, я вот прям чувствую. Уже 20 лет прошло, осталось еще 10, и мы уже закончим. Закончим. Но все-таки мне эта игра еще не надоела, я не знаю, как вам. Но мне совсем прям нравится. И остановились мы на том, что мы продали новую игру, Build. Это симулятор бизнеса, по-моему, а также стратегии. Вот. Денег у нас много, все хорошо. И я решил создать новый движок, который будет уже прям, я не знаю, как называться. Так. X-Fire. X-Fire Engine. Я всегда добавляю Engine. X-Fire Engine номер один. X-Огонь. Двигатель X-Огонь. Бред какой-то. Так, это будет графика 2D добавлена. Стереозвук, саундтрек. Так. Много нового появилось. Так, улучшенные катсцены. Видеоролики. Достижения. Вроде все, да? Сейчас еще раз просмотрю. Такой вот я человек, чтобы ничего не было. Так, мы уже около миллиона практически. Так, и как много, это пипец. Ну да ладно, ладно. Я тут подумал и... Подумал и понял, что, наверное, все-таки нужно еще одного нанять. Человека, чтобы он... Он как бы не отвечает ни на что, и он как бы еще так же разгружает нагрузку, когда на игры, да? Когда другие устают. Он будет тоже... разгружать это все. Ну а также, конечно, он будет делать такую штуку, как добавлять исследования, технологии и умения. Это тоже. Так что думаю, что это будет тоже неплохим занятием. Вот. И пока они так делают, я найму по демо-версии, как я люблю, где-то на 50 тысяч. И начнем поиск. Так, а вы пока давайте, делайте. Ну и что у нас? 18 тысяч за месяц, 8. Так, это уровень первый, уровень второй, технологии дизайн. Дизайн технологии, 8. Скорость исследования. Дизайн, нафиг технологии. Хороший парень, 8 тысяч, 18. Исследование, скорость. Я думаю, я возьму вот этого, он очень мало... требует маленькую зарплату и технологии. Вот, технологии главное, потому что у нас все идет в дизайн. Он будет, от него будет идти в технологии. Так что наймем его. Опять переехать? 8 миллионов за пере... А потом мы там обанкротимся. Давайте нет. Пока не хочу. Вот он, парень, он даже сзади, со спины... Так, давайте купим кондиционер для них. О! Я прям сразу, да, я сразу обратил внимание на стенки и думал, что они сейчас появятся. Но они действительно появились. Так, и средний стенд. Мы сейчас создадим прям крутую игру. Так. Всем душно. Но ничего, осталось чуть-чуть. Вот так. Ты нас в отпуск. И ты... А ты чё? А, тебе просто дискомфорт, да? Ну ладно. И создаем. Не, пока ничего не создаем. Ждем. Просто ждем. Копили кондиционеры. У нас. Блин. Я хотел новую игру, чтобы она представилась на выставке, но. Теперь чё? Ну, вот уже 8. О, больше, говорю, 8. Уже больше. Практически 300 тысяч людей. Хорошо. Я начинаю заговариваться, господи, потому что я рано встал. Надо все-таки было вечером писать видео, потому что утром я себя очень странно чувствую. Вот, отлично. Так, создаем новую игру. Может, все-таки продолжение. Давайте создадим продолжение. Какой-нибудь игры. Build. Нет. Нет. Sega. Давайте, вот, первая была Sega, она была такая хорошая игра. И мы как бы добьем эту Sega уже.
Так, и выберем Сегу. Это у нас космическая стратегия. Стратегия. Боевик попробуем. Так, я не знаю, давайте. От 18 средняя. И напишем Сега. Также V and. А, нет. End War. Последняя война. Вот так. То есть это будет трилогия Сеги. Космос, стратегия, боевик. От 18. Средняя платформа. PC. X-Fire Engine. На новом движке. Я хотел, блин, сразу разрекламировать на G3, но не успел. Ну да ладно. Давайте. 2D графику версию 3. Парень нам немножко будет помогать. Или не будет? Не будет. По чуть-чуть, конечно. Ну, на Джозефа мы пока ничего не будем скидывать. Пусть будет, как было. Так. Улучшенные катсцены. Видеоролики. Достижения. Вот так. Я думаю, будет совсем неплохо. Да. Так, история. Будет интересная история, мне кажется. И будет интересный движок, но чуть-чуть поменьше. Нет, хотя чуть-чуть побольше вот такой. А история чуть поменьше, вот такая. Вот так. Совсем супер. И да, продолжим. Давай, я думаю, ну я надеюсь, что ты будешь нам приносить, потому что я тебя уволю. А, наверное, он просто еще в офисе, как бы ему надо подготовиться чуть-чуть. Обстановку рассмотреть, привыкнуть. Ну, он, да, добавляет все-таки. Я видел, что он добавляет по чуть-чуть. Хорошо. Так. Диалоги. Меньше. Интеллект. Больше. Больше. Такой интеллект. А диалоги, ну, прям капельку побольше. Вот так. Да, он все-таки добавляет по чуть-чуть, что очень радует. Ажиотаж маленький. Вот и была бы на G3 выставка бы, то ажиотаж был бы, конечно, больше. Ну-ка, давайте. Стереозвук. И саундтрек. Стереозвук, саундтрек. И все, что ли? Да, походу все. И у нас будет просто супер звук. И вот так. Так, я думаю, надо что-то перенести на кого-то. Нет, лучше на меня тогда уж. Так, давайте продолжим. А хотя можно было на этого парня, он уже практически привык. Ну да ладно. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, он за раз 3 бага нам принес. Решил вмешаться, называется. Зато посмотрите, сколько исследований. Сразу же, причем, при добавлении этого парня. Неплохо. Давайте, я хочу до 100. Yes! 100! Да! Блин! Я хотел, чтобы было 100-100, но получилось 100-101. Прекрасная комбо. Я очень-очень надеюсь, что игра будет зашибенная. Мне прям так кажется, вот прям предчувствие. Потому что все идет к этому. Да, много десяток. Ну. Ну нет. Ну давай, я хотел десятки. А ты мне ставишь восьмерки. Кто ты после этого? Да никто. А, 7,75. Средний балл. Что очень печаль. Я разочаровался. Да, отлично, я очень рад. Очень рад, что всем понравилось все-таки. Да нет, не надо переезжать нам пока. Я говорю нет. Нет. Так. Мы не потянем. Все-таки. Все-таки мне очень кажется, что мы не потянем. Будет хотя бы больше 25 тысяч. А может, в следующей серии мы как раз переедем? Ага. Да. Все, спасибо нам. Нас понапутствовали. Типа вперед. Все хорошо, ребят, вы молодцы. Я очень рад. А, вот знаете, вот почему, в чем моя плохая привычка? В том, что я все время, когда вот у нас идет продажа,
Я все время смотрю туда, хотя уже у нас можно исследовать и тренировать. А потом мы ждем как раз, когда все исследуется и потренируется. Очень плохо. Нафиг так жить. Маркетинг. Так. И протренируем тебя. Что ж, у тебя тут дизайн страдает. Давай. Вот это. Давай в отпуск. Сразу раз и пришел. Люблю так делать. Да, я знаю, маркетинг. Очень рад. Так, ты у нас приехал. И... Новый жанр. Музыка. Хакинг. Альтернативная. Ну-ка. Да, в принципе, у нас столько много этих штук, что я даже не знаю. Ну-ка. Давайте. Так. Любая тематика, главное, чтобы было приключение. А, может быть, и НЛО приключение? Наверное, может быть. Авторский гонорар 9, минимальный счет 5. Вот это я согласен. Давайте от 18. Инди нельзя сделать, печаль. Так, НЛО. НЛО, приключения, а также боевик пусть будет. Нет, лучше аркада. Я не до конца понимаю, что такое, что значит аркада, поэтому у меня немножко страдает от этого понимания. Страдают игры, вот можно так сказать. Так, это что у нас НЛО, да? Давайте назовем UFO. Уфо просто так. НЛО, приключения аркада, PC Engine. Угу. Так, так. В принципе, давайте. 2D графика. Суперская. 8 миллионов принесла нам Эндвар. Что очень радует. Очень сильно радует. Так, тут все правильно сделано. Ну и давайте. История. Движок поменьше. А все, в принципе, останется пусть так. Так. Ага. Угу. Давайте. Так. Дизайн уровней. Интеллект. Нафиг интеллект. Диалоги нафиг. Попробуем так. О, сразу на него все припадет. Пусть нет, он каким-нибудь отвечает. Каким-нибудь таким вот, а ты у нас будешь делать вот так. Вот. Так. В принципе, неплохо. У нас теперь дизайн не очень сильно хромает. И технологии наравне с ним. Что очень радует. Даже немножко больше. Так, что ты на звук будешь отвечать? И за дизайн мира. А я за вот эту так уж и будет. Нет, твоего. Графика будет просто зашибенная. Да, пусть так. Будет просто прекрасно. Графика этот уже устал. Только пришел, уже устал. Вот сейчас бы выставка, но она сейчас опять в самый неподходящий момент появится. Я сглазил. Ну что теперь? Так, давайте снимайте баги. И... О, так. Не очень хорошо, на самом деле, потому что в прошлые игры были по 100, а эти по 60, по 70, можно сказать. Ну, не очень хорошо, правда. Во, зато сколько много всего добавилось, у нас как раз на это хватит. Да, пока не переезжаем, еще раз тебе говорю. Вот так. В отпуск пока едь. А ты исследуй нам. Динамичное окружение давай. Сейчас будем все подряд. Поддержка модов, кстати, неплохо было бы. Ой, пипец, пипец. Да. Когда я выпускаю игры
под каким-то издателем, то все время оценки очень низкие, не знаю. Мы разочаровали опять своих фанатов. Ну, понятно, теперь что. А, еще и выставка сейчас также провалится. Придут люди и скажут, что это за дурдом. Ну, нафиг. Что-то я не то нажал. Извиняюсь. Так, исследуем базовую физику. Было бы, кстати, тоже неплохо. Сохранение в облаке. Я не знаю, что это такое. Ну, да ладно. И виртуальную экономику. На все хватило, а ты у нас тренируешься на игровой. Так, Game Jam. Я не знаю, что это такое. Посмотрим сейчас. Ага. На все. То есть и то. Неплохо. Вот, совсем неплохо. Давай я еще потренируюсь на Game Jam тоже. А ты у нас в отпуск пока идешь. О, совсем прекрасно. А, вот какая новость. Я думаю, что я больше не буду выпускать, ну, то есть, вот эти, знаете, перед видео, которые Саламандр представляет, потому что это, если я буду выпускать с этим, то у меня будет очень много времени занимать на обработку видео. А лучше я буду сразу снимать и без всяких там редактирований выкладывать на YouTube, потому что это будет намного мне легче. Я думаю, от этого ничего не пострадает, потому что, ну, чё такого-то, в принципе, да? Подумаешь, не будет доставки экранной. Я думаю, это будет хорошо, в принципе, нормально. Зато мне будет намного легче. Так, на этом я заканчиваю серию. У нас уже большая компания. В следующей серии мы переедем в другой офис. Я вам обещал. Поэтому переедем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Саламандр. Удачного вам дня.